Министерством здравоохранения Кыргызской Республики разработан национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19, согласно которому первоначально планируется разворачивание прививочных пунктов в тестовом режиме. В городе Бишкек будут развернуты 5 прививочных пунктов на базе 4 объединенных центров семейной медицины и ЦСМ номер 7. В Чуйской области будет развернуто 2 пункта в ЦСМ Сокулукского и Исык-Атинского районов. В городе Ош будет развернуто 2 пункта на базе 2 филиалов ЦСМ номер 8 и номер 10. По результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах страны. Для проведения вакцинации будут привлечены все подготовленные медицинские работники, занимающиеся прививками в стране. Прививки будут проводиться на добровольной основе.